Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, новости, ну, смогу, я не знаю. Могу помочь, Сталкер? Я не в курсе. Моё терпение на пределе. Да, вот она. Какой-то очень дерзкий чувак. Окей, продолжаем мы с вами, значит, поиски клыка. Нам нужно найти тайник. Клыка, то бишь тайник стрелка, насколько я понимаю, вот. Но первым делом нам нужно пока. Хрущ! Чем могу помочь, Сталкер? Как они меня вообще бесят просто. Окей. Так, в первую очередь нам нужно отправиться на базу долго и поговорить с их лидером. Вот. Она, в принципе, находится недалеко. Мы прошли с вами с компанией вот этих вот чудиков, которые там сейчас сидят у костра. Вот. По пути можно вот заглянуть в кусты, в сейф. Слушай, какие новости, Сталкер? Ну задолбал, честное слово. Ёпте мать, дайте пройти тут целый километр. Между ними целый километр и не пролезть. Поговорим. Так, что тут есть? Тушенку. Я могу только тушенку взять. Так, это мне не надо. Окей. Ладно, хорош. Отправляемся, значит, мы с вами к базе. Долго. Бляха! Убирать за собой не учили? Ну и шо, что тут этот постапокалипсис там или что тут зона? Что, срать везде надо, что ли? Окурок там набросали. По башке вам настучать, эти окурки вам в карманы высыпать и зашить. Так. Я правильно двигаюсь, да? А, в смысле, я не туда пошел. Я думаю, что-то знакомое место, да? А я, оказывается, не туда пошел. Своей болтовней меня там сбили, короче. Пропустили, короче, песенку. Ну окей, ладно. Так, кто там? А, Снорк, мы его в прошлой серии закокошили. Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны — наша общая задача. Так, надо ружье убрать, потому что они задолбают. Тут пушку убери, там туда-сюда. Ну, здорово. Здорово, чего вы смотрю? Время дорого, рассказывай. Семен Семенович. Ну, здорово. Здорово. А ты кто? Федор Колотун. Так, ну без проблем, меня пропустили. Вот. Ну смотри, у них здесь... вот это, собственно, короче, это агропром, да, получается? Или агропром — это вот это? Наверное, вот это. Все-таки. А, я в кусты-то не заглянул, да? Окей. Сражаясь с мутантами, вы покроете себя... Может, что интересное лежит? Ничего интересного? Ну, адреналинчик только. Разрядить, так, выбросить. Ай-яй-яй. Чуть не то я выбросил, не выбросил. Так, что-то дробь мне надо, нафиг. Че у меня по патронов там? Всего 10 штук? Бляха. Да, это не агропром, я помню. Вот здесь мы заходили, короче. Здесь там что-то стреляли, прятались. Ой, здорово. А, это этот. Вы поняли, да? Так, вышки, получается, у них действуют. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам. Ух ты, шашки. Я, кстати, не умею вообще шашки играть. Кто умеет шашки играть? Я не умею шашки играть. Мы, победоносные поступки, бухает. И как, заработать желаем?
Или наоборот, на выпивку наличные спустить. Так, стопы. Я тебя позаимствую. Рад приветствовать в лучшем баре зоны. Здорово. Так, ты что-то там про работу говорил. Здорово, коли не шутишь, здоровье и верно тут не помешает. По 3-4 атаки за ночь выдержи. Это не с бабой на кровати кувыркаться. Так, расскажи о себе. Колобок. Сам я из небольшого городка. После школы в армию, институтов дома у меня нету. С работой тоже напряг. Короче, после учебки я сразу сюда. То есть сперва на кордоне служил, а потом одному полкану захотелось подлечиться редкими артефактом. И чтоб сталкерам не платить, наше отделение отправили... карту дали аж 30-летней давности. Суки. Наших половина полегла в первые 2 часа на аномалиях. Потом собаки, потом кровососы. К вечеру только я и сержант остались. На одних аптечках до базы долго и доползли. У меня нога вся искромсанная была. Искромсанная. Короче, хорошо хоть гангрена не началась. В общем, ребята из долга нас выходили и потом назад проявили. Я за это время с ними сильно сдружился. Настоящие мужики. И жизнь у них правильная и простая. Словом, когда срок моей службы вышел, я рюкзак собрал и обратно в зону. Нашел базу долга, так и так. Говорю, примите в ряды. И приняли. Что можешь рассказать о зоне? Да немного, в принципе. Я ведь не сторожил. Как-то я с мужиком одним бывалым разговаривал. Вот он мне много интересного порассказал. О самых первых временах в зоне. Про первые выходы, как люди с собой аномалии находили. Одному смерть страшная, другим наука. Может, тогда ученые стали первые защитные костюмы мастерить. Детекторы, аномалии какие-то. А за каждым новым прибором чья-то жизнь или здоровье. Бывало, приволокут к ученым еле живого сталкера. Они его на ноги поставят, а потом расспрашивают, где такую рану получил, от кого или от чего. И сразу на заметку берут, и новую степень защиты добавляют в костюм. Или там новые датчики пихают. Метод проб и ошибок, как говорил тот мужик, самый сложный, но и самый эффективный. Нелегко, конечно, первым сталкерам было пути прокладывать. Не то, что теперь. Гуляй в нормальном костюме, вовремя постреливай, и будешь живой-здоровый. Так, а что ты думаешь про исполнитель желаний? Ну, то, что он есть, это однозначно. А раз так, то хорошо бы к нему дорогу расчистить. Только силами одного клана это очень вряд ли можно сделать. Если бы все кланы объединились, так нашли бы способ пройти через выжигатель. А так каждая группировка знает что-то, только из-за вражды сдохнут. Но информацией не поделятся. Каждый за свой секрет держится. А если еще такой дебил с большой буквой «Д», как наш Митяй, попадется. Так вообще глухой номер. Один только Сидорович потихоньку собирает сведения. Упертый мужик, ничего не скажешь. Но опять же, это ведь Сидорович. Он за так ничего не отдаст. Так, а какие последние слухи? Слухи? Группировка целая пропала, говорят. Не то, что их вынес кто-то, или монстры всех порвали. А просто пропали и все. Эти ребята странные были на всю голову. Зоны контуженные. Верили, что зона живая, а в центре находится монолит, который желание исполняет. Объявили себя защитниками монолита. А потом в один день сняли с всей группировкой с базы и к центру зоны двинули. Ага, прямо к исполнителю желания своему. Как через барьер к выжигателю прошли, так их больше никто и не видел. Ха, то бишь, короче, они в монолит, короче, записались в эту секту, да? Окей, так, что ты мне можешь предложить? А, тайник нет. Тайники на мина, так же... Не забывай, Колобка. Окей, я Колобка не забуду. Ну ты что-то говорил там, короче. Всегда рад послушать тех, кто... Он что-то говорил, короче, про работу, но что-то ничего не дал, короче. Так, что там дальше еще есть? Хера у них просто... Херачит, просто патриотическая музыка. Патриотический там марш какой-то. Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Спокойно. Все нормально. Так. Окей. Вот главное здание, наверное, да? Оттуда вон вещают. Ух ты, вертушка. У них вертушка есть, ни хрена себе.
Прикол. Ну-ка. Там аномалии, там может что-то есть. Так, что это за хата? Ну не дадут отдохнуть. Все ходят и ходят. А, вот этот прямо митяй. Как медом тут. Здорово, коль не шутишь. Здоровье верно тут не помешает. По 3-4... То же самое, что ли? Так, чем тут занимаются в свободное время? Нет, тут, между прочим, пределе, так что свободного времени у меня нет ни на что. А особенно на разговоры с лопухами вроде тебя. На работе я на службе, понял? И все наши тоже. А если тебе особая культурная программа нужна, так вали на базу свободы или еще куда подальше. А тут девочек и дискотек по вечерам не бывает. Хюро! Хюро, он такой просто дерзкий. Дерзкий черт, ты че, э? Ты че, э? Ты это, поговори мне тут, э? Особая в продаже. Ты совсем слепой, да? Для особо одаренных поясню, что видишь, что и есть в продаже. Тут тебе не ЦУМ, не ГУМ и не супермаркет, чтобы товаром перебирать. Так что, да, на что-то, надо что-то заплатил, взял и тихо свалил. Не надо вообще стороной проходить, ничего попусту мое время тратить. Блин, приходят козлы зажравшиеся. То им покажи, этим, это им поднеси, про все объясни, будто я им должен. Проще надо быть, понял? Да кто бы говорил, проще надо быть. Сам тут просто бочку катить. Ни хрена себе. Если тебе не нравится эта работа, то нахрена ты на нее, короче, это, тут работаешь в ней. Это твой выбор, что ты на всех-то наезжаешь. Упырь, а? Упырь! Я его, короче, я ему дам леща потом. Потом как-нибудь. Так, а если я тебе в морду... А, во. А если я тебе в морду зайду, ты их дальше хамить будешь, да? А если я сейчас парней свистну, ты не обделаешься, а? Нет, ты меня сейчас так доведешь. Я сейчас свисту, ребят, они тебе популярно бесят, что почем. А, ты тут никто, и звать тебя никак, и нарвешься сейчас. Так отделают, что дорогу сюда забудешь. Вообще все забудешь. Станешь как зомби, понял? Блин, да что же мне так везет на всяких уродов, а? Ну ни дня же нет, чтобы какая-то сволочь по-моему не окатила. Я, блин, работаю тут. Я, блин, делом занимаюсь. Только 300 лет мне такая торговля нужна. Если каждый день с козлами всякими разговаривать. Ну, вообще просто берега путает. Просто берега путает. Эй, Митяй. Митька, ты чё, Митька? Ты вообще, что ли, вообще офигел? Просто. А чья вина, что ты тут сидишь, короче, и торгуешь? Твоя же вина. Твои проблемы. Чуть наезжать, просто смотри. И тем более, хамить он умеет хамить, а сам за себя постоять не может. Сразу друзей там позову, сразу толпу, короче, свистну. Ой, гопота. Извини, но тебе пока не за что быть награду. Бляха, я у него еще и награду забирать, если что. Ой. Все, бывай. Что у него там есть? Слышь, бывай, я тебя сейчас так бываю. Побываю. Так, а патронов нет у него. Херовый у тебя выбор. Херовый у тебя магазин. Ну, и ты херовый. Окей. Иди в жопу. Митяй. Охеревший какой-то, просто. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? А тут у нас ничего. Тут у нас ничего, умывальник. Просто. Писк моды. И вместо трубы, короче, сливной, у них кастрюля. Отлично. Ну, тоже хорошо, че. Тоже хорошо, че. Смотри, антенна. А если вот здесь дерну что-нибудь? Нельзя здесь ничего дернуть. Так, окей, ладно. Ладно, ладно. Чё я хотел? Я хотел. А, я хотел, короче, проверить, здесь есть что-нибудь, нет? Какие-нибудь эти артефакты. Здесь вроде как аномалии. Да, печаль, беда. Ничего нет. Мне деньги нужны. Мне деньги нужны. У меня ноль. Ублюдки, бандюки, короче, это... Все, покрали.
И артефактов никаких нет. Ладно, окей, может какое-нибудь задание дадут, может. Ух ты. А это для собак на клетке или для кого? Окей, ладно. Надо, короче, задание брать идти. Ну, то бишь, поговорить, короче, с главным сейчас. А погоди, может там сейчас еще кто-нибудь что-нибудь скажет. Время дорого. Рассказывай. Какие новости, сталкер? Ну вот эти вроде более-менее, да, чуваки общаются. Там какие новости, сталкер, туда-сюда. Да этот же Митяй просто жесть какой-то. Ух ты, у них тут бильярдный столик. Так, это... Главное у них наверху, да? Ну, бляха, забрался-то. Вот забрался-то. Ойки. А здесь что, можно сломать что? Просто с ноги просто раздолбил. Как жизнь? Нормуль. Так, а ты? У тебя может что-нибудь есть? Может ты поинтереснее? Так, есть ли у меня какая-то работенка? А, вот, на каких модификациях оружия ты специализируешься? На всяких. На всех почти. Лучше, чем техник долго. В зоне никого нет. Уяснил, пулеметы, как я, никто апгрейдить не может. От пуль броню, как я, никто не сделает. Короче, дело свое я знаю. Молодца, молодца. Какие характеристики ствола посоветуешь улучшать? Хозяин барин, что заходишь, то и улучшать будем. Хочешь штурмовые, хочешь снайперские, но тут меньше сделаю. А не хочешь, так ходи. Да, ты всегда такой многословный. А ты всегда такой любопытный. Смотри, от любопытства говорят, кошка сдохла. Ну ладно, этот еще такой, знаешь, в шутку, наверное. Так, давай посмотрим, что он может мне улучшить. Мне надо, наверное, улучшить, бляха. Ноль. Я банкрот. Ноль. Я забыл. Мы просто сейчас глянем. Так, а флешку. Ему можно флешку отдать, нет? У меня есть флешка, тебе не надо ничего? Есть работенка? Есть я давно еще схемы, какие усовершенствования. А, ну вот. Так, если что найду, принесу. До встречи. Так, погоди. Никто не хочет брать флешки. Ладно, ну и хрен с ними. Ну, здорово. Окей, я думал, мне какую-то работу даст. Тут что-то заперто. Лифт не катается. Время дорого. Рассказывай. Че вам все надо рассказать-то? Есть что? Пусто. Так, где тут главный? Кто тут главный? О, смотри, трофейчики. Слушаю. Да, есть, конечно. Чего тебе, наемник? Здравия желаю, наемник. Что здесь делаешь? Мне нужно найти вход в подземелье Неагрокрон. Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Подземка как подземка. Слышал, что там не должно быть особо опасно. Не должно быть особо опасно. Ха. Да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой туннель. Видимо... Переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. И что теперь? Я отдал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель. Одолеть нас во что бы то ни стало. И как мне теперь попасть в подземелье? Я помогу тебе проникнуть вниз. Но взамен попрошу тебя помочь нам. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Что я и говорил, короче, вот.
помочь им, чтобы они помогли мне, короче, денег они не заплатят. Я тебе говорю, он хрен заплатит. Хрен заплатит. Типа баш на баш, короче. Ну ладно, что делать? Сержант Наливайко, направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал, неужели нашелся кто-то, кто согласен туда лезть? Нашелся. Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Слушаюсь. Будь здоров. Сержант Наливайко и лейтенант Закуска. Окей. Так, а что мне добраться до норы? Добраться до норы. Или это там. Старший лейтенант доигрались, прибыл. Так, добраться до норы, вот нора, да? Хорошо. Сражаясь с мутантами, вы покроете себя вечной славой. Кроме того, все, кто вступил... Чего расскажешь хорошего? Да ничего, видишь, я иду, короче, в автор. Вы же там ничего не можете, короче, я сейчас приду, всех там загашу по-бырому. Ой, куда спешим? Расскажешь, что? А, это те, которые с привала, что ли? Добрались, добрались. Не бежим. Не бежим, не бежим. Не бежим, не бежим. Так, что там, мутанты, да, значит, надо, короче, это, ружье. Опа, тихо. Опа, тихо. Опа, тихо. Есть что? Полезли, полезли, гады, тихо, погоди. Парни, я бегу. Парни. Парни, я бегу. Держитесь, держитесь, парни. Тихо, тихо, тихо. Ох ты падла, ах ты падла такой. Блеха. Без дроби плохо, без дроби плохо. Товарищи, ты заряжай, сколько там килограмм, что ли, это, патронов туда засунул. Охренеть их! А чё никто не стреляет? Чё, все сдохли, что ли? Запинал! Запинал! А чё там никто не стрелял-то? Чё, они всех перебили, короче? Бляха, мне надо что-то другое. Мне надо... Этот... Чё, рука-то чешется? Мне надо, короче, дробь. У дроби я бы... Дробью я бы всех там загасил. Так, он там сказал 2-0 или что? Бляха, ну тик-тик! Я же стороной оббежал, ну! Ёпти мать! Бляха, парни, я выдохся. Хорошо. Парни, держимся, держимся. Чё, опять всех загасили, что ли? Да вы издеваетесь, ёпти мать. Петфик загасили. Так, а если пистолетом? Я же вроде там ближе сохраняюсь. Чего у меня это здесь-то выбрасывает? Я что-то не понимаю. Еще дальше обходим. Ветераны
Ну, попробуем пистолет. Хера они там вытворяют, просто сальтухи, матуль, мальтухи делают. Да в смысле? Задание выполнено, добраться до нары. Да сдохните! Да пипец, они бронированные просто! Почему такие пули-то? Ёпти мать! Помогите. Помогите. На. Да. Леха. Ну. Да даже гранаты не берут, да ёпта. Так, готов. Сдохнешь ты, тварь, или нет? Собака. Отлично. Бляха, всех положили, что ли? Плохо, плохо. Кто будет проходить, короче, сталкер? Ой. А я думал, это нож у него в башке. Такой слоник. Я думаю, кто будет проходить сталкер «Чистое небо»? Никогда не улучшайте там... Что я там улучшил? Я улучшил-то, по-моему, этот... дуло или что-то, короче, поменял. Короче, не убирайте... Короче, оставляйте так ружье, чтобы оно стреляло дробью. Иначе это жопа. Иначе это просто полная жопа. Акашки. Акашки. Погоди-ка, а это что? Ружье. Ух ты! Ух ты! А это-то ружье. Ну-ка я им... его испробую. Может, он покруче будет? Так, а что надо сделать-то? Спуститься в подземку не агропром? Эх, а все сдохли. И это мне типа сюда? Окей. Окей. Погоди, подземка вот эта не агропром, это... Это генерал Крылов. Не расслабляйся. Подземка кишит мутантами. Согласно плану, блок управления насосной станции находится уровнем выше тебя. Передаю точные координаты. Осторожней там. Удачи. Йоха. Ой, что-то я чувствую, здесь будет жопа. О! Кусок. Так, и? Перестанешь дуть? Йоха. Так, а в какую сторону-то мне бежать-то? Зайдем сюда. Кто рычит? Я-то жара просто, жара, ёпти мать. Ау!
Может, вот этот дробовик, может, он стреляет, короче, этими дробью? Надо будет проверить. Если он стреляет дробью, то я, короче, его оставлю. А где ты? Да капец просто! Просто капец какой-то! Невозможно их просто убивать этим. Я не знаю, правильно. Так, с пистолета. Бляха, у меня патронов все, капец, у пистолета мало. Куда мне все патроны-то подевались, ёпки мать? Копил, копил вроде. Взорвется, нет? Ну, ты прикинь, он даже, а, не... патроны есть. Ты прикинь, он даже это от бочки не взорвался. Может, здесь есть эти артефакты? Яха! С пистолетом и то лучше, чем с этого, с дробовика. Я надеюсь, я правильно иду. Тут еще один куда-то убежал. О-о-о! Ты где? Хорошо. Хорошо, что вот этот огонь, короче, он жизни не снимает. Ну, ай-чай! Напугал. Кусок говна, бляха. Так, а мне наверх, да, получается? Или что-то по-любому есть? Птички, хорошо. Мне какую-то насосную станцию надо найти. Ёпти мать, патроны. Аптечек-то, ёпти мать, тут. Так, эти патроны мне не нужны. Яха. Так, а это что за патроны? Это мои патроны, которые мои патроны? Да, отлично. Че аптечки? Ой, на аптечке кто-то что-то набрал. Ну, это хорошо, конечно. Вот это насосная станция. Уничтожить мутантов? Леха! Закрыт! Тихо, стопе. Тихо, стопе. Ай! Что происходит? Это что такое? Ты кто? Идите. Бляха, контролер! Контролер, ты где? Бляха, надо мочить его. Ой, жизни. А где он? Я что-то не вижу его. Вон он. Я хз, как попасть по нему? У меня все двоится в глазах. Я не понимаю. Я попадаю по нему или... А нет, смотри, кровь вроде это, хлещет. Значит, попадаю. Я его в тенях Чернобыля, я его, короче, гранатами, помните, закидывал, да?
Охренеть. Ой-ой-ой-ой, жизни. Охренеть меня тут колбасит. Отлично. Бляха. Так, все. Отдыхаем. Отдыхаем. Капец, они даже, короче, коробку, видишь, это херово разносят. Мне надо что-то покрутить или что надо? Что надо сделать-то? Давай ты успокаивайся уже, ну. Это прошло. Так, а что сделать-то? Затопить подземелье? А ну-ка, а здесь есть какие-нибудь эти артефакты? Леха, нихера нет, да? Затопить подземелье! Все, прекращай. Все спокойно. О, дробь, дробь, дробь. Хорошо. Проверим как раз. Проверим. Дробь. Тихо. Я забыл на какую кнопку. Нет, что ли? И дротики нет. Плохо, плохо. Да хорошо, ладно. А куда бежать-то? Тихо, погоди, погоди. А куда? Вниз? Опасную зону покинуть. Вниз мне надо? Оно же затапливается. Какой я низ-то нахер? Какой я низ нахер? Бегом. Крысы по... И крысы побежали. Тихо, 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 тихо. 20 секунд, 20 секунд. Тихо, погоди, наверх. Все, где-то дерьмом там затопил. Да, наемник, сработано было отлично. Тоннели затоплены, так что теперь нам будет полегче. Хорошее выполнение обязанностей я всегда поощряю, поэтому приходи за наградой. Награда, это хорошо, хорошо. Награда, это хорошо. Бляха! Вот это уже не есть хорошо. Окей, хорошечно. Ладно, друзья, давайте вот здесь, короче, я сохранюсь. Вот, у меня видос подошел к концу. Выбираться будем уже в следующей серии. И как только выберемся, короче, мы отправимся, получается... Куда мы там? Да где я тут вообще? А меня на карте нет, что ли? Понятно. Короче, отправимся с вами искать тайник. Может, он здесь, может, нет. Ну, вообще, не знаю. Там разберемся уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, имитируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.